для города, к сожалению. Я не думаю, что здесь лучше коробки. Я просто еще раз говорю о том, что когда предприниматели обустраивают себе надолго, как мы говорим, и мы выйдем перед депутатами горсовета о том, чтобы по 15-20 лет, по 10-15, ну, наверное, надо туалет делать, Олег Юрьевич. В том числе, я же говорю, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Ну что за ерунда? Не пойдет-то. Собирайте, приглашайте всех еще раз, должны сделать туалет. Они для себя в первую очередь делают. Сколько здесь собственников? 4. Когда они будут? В администрации. Когда назначим? Ну вот давайте в понедельник на вторую половину дня. Назначайте. Мачехин должен всех собрать. Речь идет о строительстве здесь туалета. В том числе для людей с ограниченными возможностями. Что в Красноярске делается, что в Ачинске должно делаться. Когда приведут они внешний облик в порядок? Просто здесь как-то в одни ворота не получится, что давайте, значит, нам условия ставят, и в ответ, значит, как хотим и благоустраиваем. Нет. Либо будем ставить вопрос вообще о нахождении их здесь. Я, честно, с самого начала говорил, что это не место. Что? Да вы начинаете... Пока что можем делать, мы отметки не можем отдавать, потому что вот убрали бы, уже вот чистили там. А здесь тоже убирать надо, тоже убирать надо. Я соглашусь с вами, Олег Викторович. Вы заходите, начинайте работать. Олег, когда вы будете работать? Вот здесь, вот на этом пятачке. Пишите, пишите объявление, предупреждайте Сидоров. Предупреждайте, значит, вы подключаетесь. Когда вам нужно сюда заходить? Так вот я 10 лет тому назад я пришел сюда. Завтра заходите.